Итак, ребята, всех приветствую. У нас вышла новая операция, предлагаю ее выполнить. Что у нас здесь? Ликвидация. Капиллярные башни тиранидов нависают над поверхностью Кадаку и вот-вот поглотят биомассу планеты, но отключенные орудия списанной имперской крепости еще способны нанести силам ксенидов последний сокрушительный удар. Погнали, нанесем этот удар. Поглядим, что выйдет из этого. Так, интересно, каких ботов мне сейчас наролит система. Поддержка, вроде бы, которая вон в шлеме сидит. А чувака справа не помню кто. Авангард какой-то там может быть. Ну, который с мечом бегает. Тираниды уже установили капиллярные башни. Они собираются поглотить биомассу этой планеты. Кадаку им в итоге достанется, но дорогой ценой. Мы лишим их башен и биотитана. Найдите способ их уничтожить. Утопите твари в их собственной скверне. Взвод кадианцев занял позицию заброшенной имперской крепости. Их орудия начнут контратаку. Командующий кадианцев доложит о текущем состоянии крепости. Отсюда мы нанесем тиранидам смертельный удар. Так, в итоге-то кто? Да, авангард и поддержка. Ну, неплохо. Сойдет. Снайпер еще вот было бы неплохо. Никаких ништяков здесь не лежит. Так что можно смело идти в атаку. Ого. Надо спускаться, братья! Кадианцы не продержатся долго против такого монстра. Видимо, это наш финальный босс в этой главе, в этой операции. Установленные в крепости лаз пушки и кар способны уничтожить и чудовища, и башни. Но даже с вашей помощью нам не взять главные ворота. Придется найти обходной путь. Благодарим. Дальше мы справимся с Аэрофантом сами. Эта тропа ведет через джунгли к крепости. Пусть Император пошлет вам успех. Понято, принято. Нельзя терять время, когда нас ждет битва. Будьте начеку. Капитан, мы покидаем позиции кадианцев, чтобы добраться до пушек в крепости. Главные ворота недоступны. Нужно зайти снизу. На плане крепости отмечен центр утилизации отходов. Пройдите под тиранидами и поднимитесь в крепость. Утилизация отходов. Иными словами, канализация. Благодарю за пояснение. Стало несколько понятнее. Назойливые чужаки! Нам куда? Туда. Значит, здесь поисследуем, походим. А, здесь инфопланшетов нету. Так можно тогда, да, сразу на метку бежать. А я-то что-то хожу. Тут ищу эти инфопланшеты. Я даже не успеваю до них добежать, их уже сносят. Yeah!
даже не сопротивлялся. Так, здесь что, не пройти или их рубить надо? Ясно. Энтузиазм на инструктажа. Наша обязанность извлекать уроки из побед и поражений. Я буду разить врагов на поле боя. Можешь потом извлекать из этого уроки. Желчь ксеносов. Так, надо отступить немного, а то мы в самое мясо опять залезли. Так, дай-ка мне брони немного. Ну, зачистили полянку достаточно быстро. Остались триллионы. Успел вызвать подкрепление все-таки. Хорошо. Страбан, твое оружие. Гордость всего арсенала. Согласен. Отлично. Вот поговорили. Ах ты, бля, откуда ты вылез? Ты пойдешь на удобрение, Ксенос. Уничтожный рэпер. Я снова руку оторву. Новые патроны. Путь расчищен, как того требует кодекс. Просто пещерка и все. Эх, сюда бы инфопланшет положили бы, вот тогда да. Давайте сюда сходим, посмотрим, что здесь. На, можно и туда пойти. Интересно как. Еще одна биоформа ксеносов уничтожена. Отразим натиск тиранидов, братья. Ой, карнифекс.
Это Корнифекс! Вовремя. Твои движения бессистемны. Это называется уклонение. Тогда уклонись от моей линии огня. Я постараюсь, брат. Едь, блють, блють. Стрял весьма неплохо. Так, здесь где-то патроны лежали и гранатки. Здесь запас патронов. Бросаю шоковую. А успех готов сканировать. Да, блядь, я же увернулся. Да опять вообще вот. Уворачивайся, не уворачивайся, вообще плевать. Силовые волокна отказали. Даже 10 корнифексов нас не одолеть. Да как? Твоя компетентность в бою непостижима, брат. Как ты развил такие инстинкты? Сократим ненужную болтовню. А, понятно. Моя компетентность была бы ниже без твоего аспекта. Мы хорошо сработались. Так, прикрой меня. Да как так? Да уворачивайся ты! Вообще ни в какую перекатываться не хочет. Все, стоим, лечимся. Ну, они там по чуть-чуть его все-таки колупают. Основной урон-то, понятное дело, я наношу. Ну, давай, 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 давай. Ауспекс настроен! Активирую ауспекс. Почему ты улыбаешься? Я вершу волю императора плечом к плечу с его лучшими сынами, сокрушая врагов человечества. Достойный повод для улыбки. Ладно. Пусть враги примут это за скал в их сторону. Ну, диалоги уже между десантниками начинают повторяться, к сожалению. По крайней мере, этот я точно слышал. Эх, аптечку бы, аптечку бы. Капитан, центр утилизации совсем рядом. Как и наша победа. Хорошо.
корабли Ульи движутся к капиллярным башням. Часы Кадако сочтены. Ауспекс готов к глубокому сканированию. Так, менять ничего я, конечно же, не буду. Меня моя лазерная пушка устраивает более чем. Уже скоро мы окажемся в крепости, братья. Да блять! Гнусное тираницкое отродье. Беру дополнительные патроны. О. Использовал шприц-стимулятор. Будьте готовы. Гранаты дали. Полагал, перерабатывающие машины функционируют. Приветствую, посланники. Требуется перезагрузка. Чтобы прервать гибернацию, активируйте ритуалы пробуждения нашего. Нужно найти и пробудить все пульты, чтобы достичь места сражения. Да блять, почему вы его не заглушили-то? Бросаю осколочную гранату! Враг уничтожен! Братья, мы войдем! Да блять! Опять эти ворота через очко работают, а? Замечено орды пиранидов. И там еще это летающий Керабора. Где она? А, все, вы ее сбили уже. Уйти, не активировав все пульты. Так давайте не медлить. Все сюда. Соединение установлено. Передаю дар благословения. Внимание, посланники. Соединение с пультом нарушено. Обнаружено биологическое загрязнение. Для продолжения процедуры удалите инвазивные материалы. Отыщем эту субстанцию и ликвидируем ее. Зараза тиранидов поразила систему. Это лишь сорняки. Нужно избавиться от их источника спор. Обнаружены инвазивные материалы. Немедленно ликвидируйте их. А как их ликвидировать? Найдите и уничтожьте инвазивные материалы. Истребим рой тиранидов! Не очень понятно, конечно. Тут типа окей. Да блок! Блок, твою мать! Вообще ничего не понятно, что происходит. Ха-ха-ха!
Блять. На блок вообще плевать, плевать, да конечно же. Одним шрамом больше. Все, пиздец. Опять. Так, добежал снова до этого места. Ну, как слишком тихо. Как всегда, мимо пробегал всего, чего можно. Приветствую, посланники. Требуется перезагрузка. Чтобы прервать гибернацию, активируйте ритуалы пробуждения на всех пультах. Запуск системы сделает нас на шаг ближе к уничтожению врага. Найти пульты! Да, то есть этот пульт не канает, понятно. Братья, мы войдем в крепость только после полной активации пульта. Благословение достигло спящих элементов. Начинается пробуждение. Тиранидов ликвидировано. Внимание, посланник. Соединение с пультом нарушено. Обнаружено биологическое загрязнение. Для продолжения процедуры удалите инвазивные материалы. Отыщем эту субстанцию и ликвидируем ее. Наверное, где-то здесь. Зараза тиранидов поразила систему. Это лишь отростки. Нужно найти и уничтожить споры. Не дал мне защитную реликвию даже взять. Биологическое вмешательство. Да блин, да где же оно может быть-то? То они сейчас повалят опять. А, вот оно все-таки, говорите, блять, отростки. Зараза вырвана с корнем. Куда тебе? Да опять что ли? Я же уже ликвидировал. Зародыши, братья! Да блять! В кровь попали токсины! Подземный вредитель отметил позицию. Для возобновления исключите сторонние влияния.
Блин, чё, мне вот так каждый раз нужно бегать будет? Еще одна биоформа ксеносов уничтожена. Или, блядь, да сука, да как-то задолбали, а. Требуется немедленно пресечь биологическое вмешательство. Да вижу, вижу. Ой, ну это жесть, конечно. Ксеносы наступают! Устроим им бойню! Да как мне попасть по этой штуке? Зараза вырвана с корнем! Биологическое вмешательство устранено. Система вновь активна. Расслабленьте. Возобновите работу пультов. Так, все, бегом к пульту. Этих пацанов игнорируем. Соединение установлено. Передаю старое расслабление. Начнем функционирование. Соединение с системой управления установлено. Да в смысле? Я, блядь, нажимаю же блок. Использовал шприц-стимулятор. Споровые бомбы. Пиздец. Сканируя успекса. Бросаю крак-гранату. Враг уничтожен. Да в смысле, блядь? Да жесть какая-то. Протяните мне руку, братья. Я говорю, это вообще невозможно. Их просто до жопы здесь. Пока не будут задействованы все пульты. Да эту комнату нельзя покинуть, потому что их тут до хуевой матери невозможно отбиться. И пока даже анимация добивания идет. Невозможно, блядь, не получать урон. Братья, мы войдем в крепость только после полной активации пульта. Все, забейте, забейте на них. Мы никогда так не дойдем. Они вообще спаунятся с какой-то неадекватной скоростью. Обнаружен носитель. Дарую божественную благодать бога машины. Че это за нахуй? Передача благословения прервана. Вернитесь к пульту, чтобы продолжить процедуру. Соединение с носителем установлено. Разрешение получено. Так, ладно, хотя бы не пришлось здесь по новой все это делать. Си. Система восстановлена. Установлены стандартные параметры. Мы активировали пульты. Теперь откроем дверь. Да блять, да как вообще? Это невозможно, я вовремя все нажимаю. Какая-то жесть вообще просто. Капитан, мы прошли через канализацию и попали в крепость. Хорошо, доберитесь до пушек и напомните ксеносам, на кого они осмелились напасть. Пиздец, бегайте отсюда как можно скорее. Ой, ну это жесть вообще просто. Будьте готовы. Принимаю лекарства. Взял экипировку.
Ладно, выдохнули. Да ладно, еще его здесь не хватало. Твое владение боевой литургией восхищает. Я не узнаю половины твоих летаний. Не беспокойся, Бэр. Просто составь мне компанию, когда я направлюсь к крыльям. Почту за честь. Тренирую сдержанность. О, ну вот сейчас мы тут под этим нейротропом и ляжем. Гнусная тираницкая отродье. Надо, блин, сбежать отсюда как можно скорее. Уничтожим злосчастного нейротрона. Да не уничтожим мы его, его надо валить от него. Это наш путь к битве, мои братья. Нет, нам не на лифт, к сожалению. Стимуляторы. Бля, это как? Это что за волны он тут? Пиздец, я... Ну как этот? Да, блядь! Их через стену-то не видно нихера. Я ранен, но не сломлен. Да сука! Какой же это пиздец, а? Невозможно вообще просто от этого всего уворачиваться. Сука, 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 сука. Выдохни и соберись силами. Я успел поднять, успел. Если я умру, запомни эту дуру. Моя битва еще не окончена. Блять, молот. Да как, да как, да как? Получаю улучшенную картинку. Ну где вы, блять? Локация отмечена. Да как? Вообще, что ли, на увороты, что плевать, я понять не могу. Давай сквозь стену еще. Здесь запас патронов. Использовал шприц-стимулятор. Да сука, опять началось. Подходите, 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 не тупите. Ощущение, что эта зараза еще лечится. Я же меньше ему здоровья оставлял.
Ауспекс готов к глубокому сканированию. Блять, самонаводящийся, что ли? Атакуйте, чё стоите-то, блядь, пиздец. Да, отходим, отходим, отходим. Бейте, 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 бейте! Порылы, а! Ну, 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 ну! Пиздец! Это что-то с съебанным чем-то. Да он вообще в притыках ставит. Смена магазина. Ауспекс настроен. Неужели? Вот это да. Пиздос. Остановили бесчинство Ксеноса. Ага, мы, блядь. Один я тут, блин, останавливал все это дело. Собираю припасы. Чудом выжил. Фух, маленький перерывчик возьму. Ух, ну выдохнули. Будьте начеку. Немножко передохнул. Но мы где-то в середине, наверное, сейчас. Тираны, без знать о вашем приближении, стягивают силы к крепости. Пусть собираются. Это лишь приумножит их потери. Ага, тираниды уже знают. Понятно. Так, осколочки. Собираю ресурсы. Лучше. Секунду, братья. Новые патроны. Все, я готов аннигилировать всех этих товарищей. Тираниды воздвигли над нами башни, но долго они не простоят. Оборонительные орудия крепости сотрут этого титана в пыль. Дела, дела. А почему эта оборонительная система не может всех испепелить, раз даже титаны могут уничтожить? Нет, и оставили бы себе планету. Цель пытается мобилизовать резервы. Уничтожьте ее. Еще одна биоформа ксеносов уничтожена. Yeah!
вот херушки вам, я уперекатился от вас. Плохо. Смерть с ненавистным чужаком. Да ёб твою налево. Так, дело очень плохо. Хотел тут, блять, вылечиться на халяву, а. Все здоровье только просрал. Цель отмечена. Замечено вторжение чужака. Да как? Что-то тут. Давай, восстанавливайся скорее. Капец, медленно восстанавливается. Неужели? Вторая зараза это где? Все, обоих завалили. Неужели? Ауспекс готов сканировать. Это что за... Благодарю, брат. Давай, добивай, здоровья нет. Гнусная тираницкая отродье. Капец, опять на ровном месте все всрали, а. Да ты откуда вылез вообще? Да, блядь. Повезло еще легко отделаться. Думал, ты сможешь спрятаться от Астартес? У вас пушки неподалеку. Ваша задача найти пульт ручного управления. Видим пульт. Скоро мы обрушим на тиранидов всю мощь крепостных пушек. Капец, это его нужно все-таки завалить? Ну ё-моё. Я от этих такой как успеваю отбиваться. Активировав орудийный пульт, мы покараем тиранидов за их дерзость. Оборонительные орудия активны. Система наведения не работает. Запускаю вспомогательную систему. Заведение установлено. Ауспекс подключен. Мобильная система наведения активна. Посланники, когда вы прицелитесь, сервачер передаст данные о вашей мишени в систему. Да укрепит амнистия вашу руку. А почему я оружие переключить не могу? Нажмите L2, чтобы нацелить орудие на... А-а-а! Ищу цель. Посланник, выстрелите из вспомогателя. Держать, братья! Не давать тем тиранид целиться в нас! Береги
Опасайтесь заражения, братья! Прикольная механика. Продолжать атаку, братья! Не дать им восстановиться! Да блять! Укрытие, братья! Не дайте его отбросам вас отравить! Да ёб твою мать! Да, да дайте вот спастись хотя бы! Пиздец, вот здесь-то сейчас и ляжем. Ауспех с готов. Прицельтесь к вспомогательным оружием. Беру дополнительные патроны. Принимаю лекарства. Чё? Я куда-то телепортнулся, что ли? Да пиздец, да весь на ровном месте, блять, все здоровье. Где, блять, эти порылые боты нахуй? Немного благодарен. Блять. Да блять, я же блок нажимаю. Какого хуя он не работает? Где моя, блядь, броня за вот эти вот, блядь? Пиздец какой-то, а? Где вот броня за это вот? Блядь, да как? Укрытие, братья! Берегитесь заражения, братья! Это невозможно вообще просто. Там аптечка лежит, может сейчас спасусь, конечно. Наш примарх будет гордиться этой битвой. Ожидаю. Прицельтесь, я открою тебя. Ох, это какая-то жесть вообще. Их наваливают просто до ебени фени. Это средний ебаный уровень сложности. Какая жесть. И боты вот реально абсолютно тупорылые. От них пользы абсолютно ноль. Они могут, блядь, стоять, не атаковать. Вообще нихуя могут не делать. У нас пушки готовы. Меня зовут. Укрытие, братья! Так держать, братья! Не давать, не дайте им! Для продолжения боя запустите вспомогательные генераторы. Враг запрашивает резервы. Пресечь его зов. Нет, нет, нет. Зарядить вас пушки и обрушить град огня на этих презренных тварей. Давай, капец, как дух. Да крути ты эту сраную херню быстрее. Здесь закончили. Бежим. Открыть огонь по тиранидам. Управление крепостью нарушено. Восстановите соединение между сервочерепом и аудитивной системой. Сервочереп найден. Синхронизация завершена. Блять, еще кто-то там подкрепление вызывает, а? Тиранид целится в нас! Блять! Да блять! Укрытие, братья! Да почему вы по нему, блядь, не стреляете? Ищу цель. Посланник, выстрелитесь к вспомогательному оружию. О, этот еще тут. А, тут спрыгивать все это время можно было.
Как его не видно отсюда. Флаги ставят тоже хуй пойми где. Пошли в задницу. Ауспекс готов. Прицельтесь к вспомогательному. Тиранид целится в нас. Неужели? Атаку, брат. Не дайте его так, 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 так. Нет, 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 блядь, да вот. Все, надо на них внимания не обращать, просто если есть возможность. Что у цели указания? Прицельтесь и выстрелитесь к вспомогательному. Укрытие, братья! Берегитесь заражения, братья! Да блять! О, хотя бы этого завалили, а? Так, ладно, это чуть-чуть продлит нам жизнь. Император видел твои безбожные промахи. Тиранид целится в нас! Остерегайтесь токсичных выбросов! Так, 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 он сюда бьет, а мы так сейчас возьмем и оббежим его. Давай, 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 давай. Укрытие, братья! Так держать, брат, не дайте его отросить. Да прыгай ты, блять! Мы не попали, что ли? Тиранид целится в нас! Остерегайтесь токсичных выбросов! Продолжать атаку, братья! Не дать им восстановить! Нужно зарядить лаз пушки, чтобы и дальше истреблять тиранида! Да, блять, что получаешь, что не получает броню, блять. Укрытие, братья. О, пиздец, конечно. Вспомогательные генераторы должны зарядить пушки. Локация отмечена. Сюда, защищайте меня, блять, дебилы. Генератор включен. Заряд восполнен. Продолжать обстрел. Соединение между Ауспексом и крепостью разорвано. Восстановите связь. Синхронизация выполнена. Система наведения функционирует. Дайте его отбросам вас отравить! Ожидаю команды. Прицельтесь и откройте огонь из вспомогательного оружия. Укрытие, братья!
Да блять, я же уклонился! Берегитесь заражения, братья! Да ёб твою мать! Поднимай, поднимай, поднимай! Ох, тут эта ебанина еще летает! Ищу цель. Посланник, выстрелитесь в вспомогательное оружие, чтобы задать цель. Блять! Не дайте его отбросам вас отравить! Локация отмечена. Так, вот ты крайне неприятный, снайпер, под боком. Да я поставил блок! Какого хуя он не сработал? Вот этот, блядь, сработал, тот не сработал. Блядь, и опять не сработал! Какого хуя-то он, блядь, работает, то не работает? И вот сейчас, блядь, я нажал стрелять, вообще похую было. Вот сейчас сработал. Орудия готовы. Жду цель указания. Прицельтесь и выстрелите из вспомогательного. Прыгай! Блядь! Берегитесь заражения, братья! Стоят тут, блять, насирают, а? Да сколько можно? Прицельтесь и откройте огонь из вспомогательного оружия. Да курок, блять! Да сука ты, блядь. Да какого... Нет, 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 нет. Чё за лаги? Не дайте его отбросам вас отравить. Какой-то вообще феноменальный пиздец. Так, так, да блять, да откуда он знает, что я здесь? Ну! Пиздец, да они вообще хоть когда-то стреляют? Сука, сейчас этот еще. Ох, какая жесть. Мы зачистили всех ксеносов в этой зоне. Да и как толку-то? Тиранит целится в нас. Вот как он может стрелять так на ходу? Вот как? Не дайте его отбросам вас отравить. Так держать. Победа близко. Да сука! Снайпер этот ебучий, а! Эти флаги опять хуй пойми где ставят. Эти раны меня не погубят. Ожидаю команды. Прицельтесь и откройте огонь из вспомогательного. Ну, давай, давай, давай.
Спасибо. Укрытие, братья! Берегитесь заражения, братья! Прицельтесь и выстрелите из вспомогательного оружия. Этот враг вызывает подкрепление! Тиранид целится в нас! Хоть надеюсь, попали немного! Так, сюда не подходим! Последняя тычка осталась, чуть-чуть дотерпеть. Аусбекс готов. Прицельтесь вспомогательным оружием. Где? Укрытие, братья! Не дайте его отбросам вас отравить! Так. Кувырок. Блять! Да сука, поднимайте, блять, потратил эту ебанину. Остерегайтесь токсичных выбросов. Возможно, это я запустил. Давай. Отлично. Это пиздец какой-то, блять. Ебать, я охуел это проходить. Фух, ну хотя бы со второй попытки всего один раз переигрывали. Я бы, конечно, был в полном бы шоке, если бы в самом конце сдох и пришлось бы снова добегать до этого. Ой, бляха-муха. С ботами реально капец как тяжело. Очень тупорылые. Фух. Аж плакать будет. Так, ну что, поздравляю, с этой операцией мы закончили. Так что увидимся уже либо в следующих операциях, но на данном моменте с этим обновлением закончено.